Вик, ты где? Вик? Ты здесь? Чё? Где? Как про что? Что вообще? Чё вообще происходит, Ярик? Я не знаю, ты посмотри, как будто здесь что-то взорвалось. Что с домом такое? Ты посмотри, здесь... Как-то как будто тут тысячи мин было. Ярик? Ярик? Да я здесь, я просто в шоке, я не могу понять, в чем дело, что здесь происходит? Ярик, а почему там не земля, а какой-то воздух, какая-то бездна? А? У меня, походу, есть мысль, что здесь происходит. Нет. Что такое? Я очень сильно боюсь высоты, меня тошнит уже. Я знаю, что происходит. Расскажи, что ты... Договори! Все исчезает. Че ты молчишь? Вик, все исчезает. Почему ты так, как будто ты пешишься? Что? Что-то такое происходит. Это у тебя, наверное, уже. Такое от что-то высоты. Происходит. Я ну сильно, прям, ну такое сильно. Происходит. Нету мира. Нету ничего. Есть только этот дурацкий дом, который какой-то полуразваленный. Почему нету ничего, Вик? Я больше никогда в жизни не пойду ни в какой поход. Никуда не поеду. Все, я буду сидеть дома, если я когда-нибудь отсюда выберусь. Вы издеваетесь. Так, нам надо серьезный план. Давай, значит, так, иди сюда. Иди ко мне. Иду. У меня здесь куча есть блоков. И у меня есть шикарнейшая идея, которая, возможно, нам спасет жизнь. Идем. Че? Я когда-то таким занимался. Будем дорожку строить? Да. Куда? В небеса? Нет, я боюсь. Я понимаю, но у нас выбора нету. Давай. Надо уйти от этого дома, даже если так. Сама подумай, если дальше ничего лучше нету... Лучше в доме, чем вот бездна такая. В каком доме? Посмотри на этот дом. Ты хочешь сказать, это дом? Я не вижу здесь никакого дома. Я вижу пропасть. Бесконечную пропасть, которая сжирает наши души. Не. Мы не выживем, понимаешь? Ты куда побежала? Нет, иди сюда. Я боюсь. Нету я такого понятия, боюсь. Как боюсь. Я тебе сделаю площадочку. Иди сюда. Иди сюда. Я ненавижу этот дом. Я не хочу видеть этот дом. Он какой-то супер странный. Это ты ходишь? Или ты стоишь? Вот я. Ай, это я штуку эту нечаянно поставила. Я не знаю, но может именно так мы выживем, понимаешь? Может именно так? Что за... Что такие меленькие части падали только что? Или это опять какие-то галюны уже? Может осыпается, он же старый. Может из-за старости, реально? Да, в старости он в воздух полетел и начал рассыпаться. Все. Ты понимаешь, что это земля? Она тоже может высохнуть и тоже осыпаться. Это лучше. Никто не будет трогать то, что не их. Я уверен, это вне дома, понимаешь? Это вне дома. Это странно. Это лучшая идея, которая может прийти в такой ситуации. Это а странно. Для чего ты убрала? Не нужно убирать. Чё? Ну для чего я ты ничего убрала? Не убирала. Нет. Я ничего не убирала. Нет! 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 Я говорю, что у тебя за идеи такие странные? Нет! Ник! Ярик! Да ну! Ярик! О, ты здесь, слава богу! Так, не сработало. Тебе вроде бы ясно дали понять, что нам не уйти. Нет, оно все уходит. Я был прав, я тебе говорю, он уничтожается. Чё? Это разрушение, тотальное разрушение дома, да.
У нас нету выбора. Значит так. У тебя есть блоки? Вик, у тебя есть блоки или нет? Говори. Давай под себя. Земля есть. Давай под себя, давай. Что такое? А! Я не могу. Быстро, быстро не кляцай. Пробуй медленно. Давай иди сюда, давай на второй этаж. Может, шкаф, именно, там, может шкаф, именно второй этаж. Спрячемся тут. Шкаф, точно. Точно, закрывай. Шкаф. Закрывай. Тихо, здесь тихо, сидим. Я чувствую себя в безопасности. Вик, будет все хорошо, ты думаешь? Тут что-то сыпется. Вик, скажи, что сыпется будет все хорошо, что-то. Вик. Все будет отлично. Почему? Все будет офигенно непременно. Ярик, нет. Ярик. Да ну. Нет. Держись, нет, мы держимся, Вик, мы держимся. Да все будет хорошо. Вик, все будет хорошо, я обещаю. Все будет хорошо. Все будет. Все будет хорошо. Вик, да, 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 все будет. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Все хорошо будет. Но может не сейчас, иди сюда. Будет. Иди сюда. Не сейчас будет хорошо. Эй, где тумбочки? Будет все хорошо, будет все хорошо. Все хорошо будет, все идеально будет, все шикарно. Нам бы какой-то бы. Блок да что такое? Почему оно сюда не ставится? Что за... Надо поразрушать. Ярик, вот Ярик, так. Крыша, Ярик! Какая крыша? Падает крыша. Нет. Нет, а что нам сделать? Стена! Так, стань возле полок, стань. Предлагай, что нам сделать? Воздушный шарик. Ты знаешь, как сделать мир разрушается. Своими руками воздушный? Я пробовал построить. Ну давай реальные вещи подумаем. Я пробовал построить кирпич. Что-то туда дальше, да? Да не разрушай! Для чего ты разрушаешь? Ну и так все разрушается. Я хотела спрятать тебя тут. Дом исчезал, его никто не видел. Теперь нас считают какими-то безумцами. Да? Вот он. Фу, летучая мышь, я испугался. Лети, куда глаза видят, а не сидишь ты здесь. Да? Дальше дом погрузился где-то в океан. Мы тонули. Много раз тонули. Потом последний раз, и мы резко появляемся здесь, где все пропадает. Давай логическую цепочку соединим. Что мы запустили? Мы начинали читать, что мать Херобрина, ну это же мать Херобрина, она владелец этого дома. Может, ну. Мы нарушили покой. Покой ее, может. Понимаешь? И она рассердилась. Может. И начала... Нет. Так, думаем, пока все... Так, у нас есть время. Оно... Может, нужно извиниться перед домом? Может... И он перестанет разрушаться? Дом, извини! Извини, мы не специально! Дом, извини! Извини, мы уйдем! Может, нужно какой-то танец танцевать? Такой, типа. Я не знаю, я вижу, как ты виснешь, просто зависаешь. Ничего не. Это нет. У тебя из-за высоты. Давление. Нет, подожди. Оно застыло. Походу, ничего не разрушается. Из-за того, что мы извинились, ты думаешь? Ну смотри, все вроде как на своем месте осталось. Все так же. Ничего не меняется. Нет, все нормально. Странно. Мы извинились. Ты думаешь, это помогло? Откуда я знаю? А вдруг, если да? Так это супер. Нет! Нет! Что за... Нет. Ярик? Нет, я не могу появиться теперь нигде. Вик, ты где? Ярик! Да что за... Ты где? Да ё-моё! Да я здесь, я падаю. И что, всё, конец? Это что, конец или что? Мира больше нет.
все.